Здравствуйте, с вами я, Тёма. Сегодня мы играем в игру под названием «Рыбалка». Сегодня мы будем ловить сомов. Мы вам донатим таких раз сомов, сейчас купим себе новую плосочку. Да, попробуем порыбачить на неё, на изумрудном озере. Фух, хватило на изумрудное озеро попасть. Так, попробуем, ребята. А вы не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это необходимо для меня и для вас тоже. Но, кстати, я вас не заставляю, можете просто не подписываться. Я вас просто не заставляю. Просто сделайте приятно. Так, начинаем делать маленькую штучку. Ну, вот это как там проводка. Сегодня рыбачили в этом в реальной жизни, короче, на щуку. Ничего не поймали. Ну, зацеп. Ну, чуть не порвали. Вытащили. Так, начинаем. Ну, это что такое маленькое? Щука. А не, окунь ночной. Либо отпущу его. Маленький слишком. Так, попробуем еще одного поймать. А если вы играете тоже в эту игру, тогда ставьте лайки, ребята. Я, короче, стараюсь добиться 400 подписчиков. Короче, сейчас попробуем что-нибудь еще поймать. Ничего не клюет. Опа, поймалась. Что-то вообще мелкое. Че, окунь? Что такое легкое? А, это хариус. Личный рекорд. Хариус. Это вот заберу личный рекорд, что сказать. Вот это что, да, Аня? Беру, мам, подвес, мы телефон. Если ты потуху, то я точно дам огня. Веру, мам, бог не вес, мой телефон. Что-то вообще маленькое попалось. И легко, хоть бы это щука дровянка. Ну точно не окунь. О, хариус. Ладно, заберем. Если ты потуху, то я точно дам огня. Веру, мам, огня, вес, мой телефон. Ребята, сейчас еще не клюк. Опа, вот это что-то большое. Надеюсь, это сом. Ребята, надеюсь, это сом. Офигеть у меня. Так я ее не вытяну. Надо, пока она не измотаете. Не измотается. Вправо, ну, посередине, вправо, короче, есть такая рыбка нарисованная. Вокруг у нее зелененькая, красная. И, короче, когда она полностью красная станет, тогда она уже сдается. И мы начинаем ее вытаскивать. Видите, у меня уже катушка почти сломана. Это я уже сломала давно. И, ребята, если вы хотите вторую часть, как я играю, поставьте лайки. Скоро, наверное, буду снимать, как я играю в Skyblock в Майнкрафте. Кому это залетит, ставьте лайки. А может, даже про Roblox сниму. Так, начинается игра. Опа, опа. Что-то не вытаскиваться ни хера. Ух, о, все, сдалась я. Опа, начинаю потихоньку вытаскивать, ребята. Надеюсь, это сом, надеюсь, это сом. Точно сом. Вот надеюсь, что это сом. Если сом, ребята, я точно закончу это видео. Надеюсь, поймал сама. Давай, 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 давай. Давай. Давай, быстрей. Что-то нихера не берет. Блин, не вытаскивается же. Надеюсь, это сом на 4. Надеюсь, это сом на 4 килограмма. А если вообще на 40 килограмм? А нет, у меня удочка вроде бы не выдержит столько. И леска, и блесна тоже столько же не выдерживает. Интересно, что это? Щука такая большая? Либо что это, ребята? Вот, пишите догадки. Пока что не смотрите, пишите в комменты сразу. Не ждите, когда я это выловлю. Так, ребята, ребята. Опа, почти вытащили. Фух, еще чуть-чуть осталось. Надеюсь, все. О, а, чего? Голавль на 5 килограмм? Нифига себе! Сойдет, заберу. На 5 килограмм вроде бы даже личный рекордной. Ну, 5 килограмм это нормально, ребята. Ждем вообще сама. Опа. Предмет? Или это какая-то рыба? Что это за рыбешка маленькая такая? Вообще такая маленькая. Рыба такая маленькая, вообще ничего не... Вот что это? Усач! Соберем. Что сказать?
Рыбу уже надо все-таки продавать. Итак, денег 0. Ну, 9. Если потухло, то я точно дам. Ага. Берем. Он. Вот, посмотрели. Он. Ребят, мы интересно рыбалка реальной жизни. Завтра пойду снимать, как мы рыбачим на блесну, пробуем. Либо просто пойдем рыбачить на обычной удочке. Она уже река обыкновенного. Так, надеюсь, сейчас поймается. Ребята, я не понимаю, что-то ни хера не клюет все-таки. Ой, нифига не клюет. Ладно, смотаем. Попробуем закинуть в ту сторону, ребята. Угадайте, что я написал?